Добрый вечер. Ну, безусловно, у нас есть чувство удовлетворения от результата, потому что концовку встречи мы провели активнее, имели хорошие моменты и очень надеялись то, что сможем дожать и все-таки заработать 3 очка. Поэтому основное чувство – это чувство удовлетворения от результата, хотя справедливости ради надо сказать, что и у Анжи был хороший момент в начале второго тайма.